Садовых роботов, которые могут полоть сорняки и стричь газон, собирали в Назарбаев интеллектуальной школе. Модели юные программисты конструировали в рамках регионального этапа Олимпиады по робототехнике. Участвовали в ней команды из 4 школ области. Учащиеся не только проверяли своих роботов на ловкость, но и предлагали проекты для оказания помощи человеку. Например, команды категории «Робот-спорт» спроектировали машины, которые собирают теннисные мячи. В этой группе соревновались ребята 1-го городского общеобразовательного IT-лицея и Назарбаев интеллектуальной школы. Роботы последних оказались быстрее. Такие же результаты юные программисты получили в творческой категории «Future Innovators». Разделили они здесь 1-е место с учащимися Кызылжар Абай Мектебы. Уже через месяц призеров ждет республиканский этап Олимпиады.